Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую симпатичную лисичку. Показываю, как она смотрится. Вот такая игрушка. По сантиметрам лисичка получается от ушек и до ножек практически 25 сантиметров. Так что игрушка не маленькая. У этой лисички вяжем ручки, вяжем ушки, хвостик, начинаем вязать ножки, вяжем туловище, ввязываем ручки и вывязываем голову. Это одна цельная деталь. Потом пришиваем ушки, хвостик и мордочку. И получается вот такая красивая игрушка. Начнем вязать. Лисичку я буду вязать из полухлопковой пряжи. Это джинс Yarnart и Alizé Cotton Gold черная. В 50 граммах 160 метров. И использовать крючок буду 2 миллиметра. Свяжем ручки, берем черную пряжу, делаем кольцо и в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем, в первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд и во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. Один столбик, из него же вывязываем второй столбик. И так вяжем до конца ряда, и в конце второго ряда получится 12 столбиков. Третий ряд провязываем 1 столбик, следующий прибавка. И так будем вязать до конца ряда. Всего таких 6 повторений. Снова повторяем 1 столбик, прибавка. И в конце третьего ряда 18 столбиков. 4, 5 и 6 ряды вяжем по 18 столбиков. Теперь переходим на 7 ряд. В 7 ряду нужно сделать 4 убавки подряд. 1, 2, 3 и 4, и довязываем до конца ряда 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 7 ряду получилось 14 столбиков. Итак, с 8 по 13 ряд вяжем черной пряжей. 8, 9, 10, 11, 12 и 13. В каждом ряду по 14 столбиков. Также по мере вязания вот наполнили ручку наполнителем. И теперь переходим на оранжевую пряжу. Смена цвета происходит в 14 ряду. Привязали оранжевую пряжу. Там, где был переход цвета, вот эти две ниточки берем и между собой их связываем. И продолжаем вязать оранжевой пряжей. Так вяжем по 14 столбиков. С 14 по 27 ряд. Вот провязали оранжевая пряжа из 14 по 27 ряд. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ряд. И отрезаем нить коротенькую, так как ручки будем вязывать. Наполняем ручки вот наполнителем вот до вот этих пор. Далее ручка остается пустой. И вторую точно такую же вяжем самостоятельно. Начнем вязать ножки. Берем черную пряжу, сделали кольцо, и в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали 6 столбиков, завязываем, затягиваем колечко. В первом ряду у нас 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 1 столбик, сюда же провязываем второй столбик. 1. И в этот же столбик провязываем второй столбик. И так довязываем до конца ряда. Из каждого столбика вывязываем по 2. В конце второго ряда 12 столбиков. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик. В следующий прибавка. И так будем вязать до конца ряда. Одеваем маркер и повторяем. Опять 1 столбик, следующий прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2. После 2 столбиков прибавка. Снова таких 6 повторений. 1 столбик, второй столбик и прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце четвертого ряда 24 столбика. Пятый и шестой ряд тоже провязали по 24 столбика. Теперь переходим на седьмой ряд. В седьмом ряду нужно провязать 6 убавлений подряд. 1, 2, одеваем маркер, три, четыре, пять. И 6. Сделали 6 убавлений. Теперь довязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. В конце седьмого ряда 18 столбиков. В восьмом ряду тоже провязываем 8 столбиков без изменения. Я ошиблась, в восьмом ряду 18 столбиков. Вот мы его провязали. И теперь переходим на девятый ряд. В девятом ряду 4 убавки подряд. 1, 2, 3, 4. И довязываем 10 столбиков. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В конце 9 ряда 14 столбиков. Переходим на 10 ряд. В 10 ряду тоже провязываем 14 столбиков без изменения. Вяжем их так по кругу. Отрезаем черную нить, будем переходить на белую пряжу и наполняем ножку наполнителем. Присоединяем белую пряжу. Все переходы пряжи будем делать вот таким образом. 2 вот этих хвостика завязываем на 2 узелка. И эти ниточки спрячем в изделие. И до конца ряда вяжем белой пряжей. Получится 14 столбиков. Когда довязали до конца ряда, теперь за переднюю стенку каждого столбика вот так захватываем, соединительная петля и воздушная петля, и делаем такую обвязку. За переднюю стенку соединительная петля, воздушная петля, соединительная, воздушная. И так довязываем до конца ряда. Вот когда довязали, ниточку отрезали, сделали такой узелок и выводим эту ниточку на изнанку. И прячем хвостик вовнутрь изделия. Теперь берем оранжевую пряжу, присоединяем эту пряжу вот за задние стенки столбика. Так, присоединили. Этот хвостик немножко можно вязать. И вот так за заднюю стенку провязываем 14 оранжевых столбиков. Так вяжем их по кругу. И вот в 12 ряду получилось 14 столбиков. Переходим на 13 ряд. 1, 1 столбик, следующий прибавка. Так будем повторять 4 раза. 1 столбик, прибавка, это 2, 1 столбик, прибавка, 3, 1 столбик, прибавка, 4. И довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В конце 13 ряда получилось 18 столбиков. 14 и 15 ряды вяжем по 18 столбиков. 14 и 15 ряды по 18 столбиков. Теперь переходим на 16 ряд. В 16 ряду вяжем такое повторение: 2 столбика, 1, 2, после 2 столбиков идет прибавка. И так повторяем до конца ряда. 1 столбик, 2 столбик и прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце 16 ряда 24 столбика. по 24 столбика вяжем 17, 18, 19, 20 и 21 ряды. У второй ножки нитку мы не отрезаем, у первой ножки нитку отрезаем. И будем соединять эти ножки между собой и продолжать вязать дальше лисенка. В 22 ряду будем соединять ножки между собой. И вот по второй ножке провязываем 13 столбиков. 1, 2, 3. Надеваем маркер. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Теперь берем вторую ножку. Вот я уже отметила место, где буду присоединять ножку, и присоединяюсь вот к первой ножке. И по первой ножке провязываю 24 столбика. И вот когда провязали по одной ножке 24 столбика, и довязываем 11 столбиков до маркера. По второй ножке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот две ножки соединили между собой. В 22 ряду получилось 48 столбиков. Теперь с 23 по 31 ряд вяжем по 48 столбиков. И вот с 23 ряда по 31 ряд провязываем по 48 столбиков. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ряд. И переходим на 32 ряд. В 32 ряду уже будут убавления. Вяжем 2 столбика. 1, 2. Теперь убавка. Далее вяжем 22 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Теперь убавка. И довязываем 20 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. В конце 32 ряда 46 столбиков. 33 и 34 вяжем по 46 столбиков. 33 и 34 ряды по 46 столбиков. Теперь переходим на 35 ряд. Провязываем 1 столбик. Далее убавка. Теперь вяжем 22 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Теперь убавка. И далее довязываем до маркера 19 столбиков. И в 35 ряду получилось 44 столбика. Переходим на 36 ряд. Здесь без изменения провязываем 44 столбика. И довязываем так до маркера. Переходим на 37 ряд. Здесь вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь убавка. Далее вяжем 20 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. После 20 столбика убавка. И довязываем 8 столбиков до маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, в 37 ряду 42 столбика. 38 и 39 вяжем по 42 столбика. 38 и 39 ряды по 42 столбика. Теперь вяжем 40 ряд. В 40 ряду провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и после 5 столбика убавка. И так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 40 ряда 36 столбиков. 41 и 42 ряды провязали по 36 столбиков. 43 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4. После 4 столбика убавка. Снова так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 43 ряда 30 столбиков. 44, 45 и 46 ряды провязали по 30 столбиков. И теперь переходим на 47 ряд. В 47 ряду провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И после 3 столбика убавка. Так вяжем до конца ряда, всего 6 таких повторений, в конце 47 ряда 24 столбика. 48 и 49 ряды по 24 столбика. Теперь вяжем 50 ряд. В этом ряду будем вязывать ручки. И берем первую ручку, так как у нас, вот вы видите, идет вот с таким вот изгибом ручка, то его будем располагать, чтобы вот смотрелся вперед. И 7 столбиков провяжем вместе с ручкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот провязали первую ручку. Теперь 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Берем вторую ручку, тоже вот кулачком вот так вперед, так скажем, и провязываем 7 столбиков вместе с ручкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7-й столбик. И будем довязывать далее 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И вот ручки ввязали. Теперь переходим на вывязывание головы. И вот первый ряд вывязывания головы. В первом ряду провязан 2-4 столбика. Без изменения вяжем их. Одеваем маркер и вяжем так до маркера. Во втором ряду из одного столбика вывязываем 2 столбика. И вот так вяжем до конца ряда. В каждый столбик по прибавке. В конце второго ряда получается 48 столбиков. Переходим на третий ряд, вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И после 7-го столбика прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце третьего ряда 54 столбика. Четвертый ряд, 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И после 8-го столбика прибавка. Так довязываем до конца ряда, всего таких 6 повторений. В конце 4-го ряда 60 столбиков. С 5 по 15 ряд провязываем по 60 столбиков. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ряды. Между 14 и 15 рядом, вот я отмечу маркером, будут располагаться глазки. И теперь переходим на 16 ряд. В 16 ряду вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И после 8 столбика убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 16 ряда 54 столбика. И еще 4 ряда провязываем по 54 столбика. Вот 17, 18, 19 и 20 ряд. И переходим на 21 ряд. В 21 ряду вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И после 7 столбика убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 21 ряда 48 столбиков. 22 ряд 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 столбика убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 22 ряда 42 столбика. Я прикрепила глазки, они у меня 12 миллиметров, расположенные между 14 и 15 рядами, и между глазками 8 столбиков. И переходим на 23 ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5 столбика убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 23 ряда 36 столбиков. Вяжем 24 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4. После 4 столбика убавка. Всего таких 6 повторений, и в конце 24 ряда 30 столбиков. 25 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3. И после 3 столбиков убавка. Снова таких 6 повторений, и в конце 25 ряда 24 столбика. 26 ряд, 2 столбика, 1, 2. И после 2 столбиков убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 26 ряда 18 столбиков. 27 ряд вяжем 1 столбик, в следующий убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 27 ряда 12 столбиков. Последний 28 ряд вяжем 6 убавлений подряд. И так довязываем до конца. Вот получилась такая заготовка для лисички. В следующем видео мы продолжим вязать детали для лисички и закончим эту игрушку. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!